Вот смотрите, когда там такие, как будто облачка, да? Вот здесь вот вершина, и она скрыта полностью облаками. Но это нам так кажется, что просто, ну, облака, облачность. На самом деле в это время там творится адский ад. И именно вот по этой причине никогда не совершаются восхождения в дневное время, там, или после обеда, или как-то, ну, хаотично, когда захотелось. Потому что существуют твердые правила. Определенное время, после которого погода с 99% вероятностью начинает там портиться. И именно поэтому все восхождения совершаются глубокой ночью, для того, чтобы до часа дня примерно, ну это тоже я говорю, конечно, не как эксперт, до часа дня, чтобы успеть начать спуск с горы, с вулкана. С этого прекрасного, роскошного вулкана.